незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Вообще, я очень рад, что есть такая традиция. Есть такая традиция в этом замечательном театре «Геликон опера». И я очень рад, что Дмитрий Александрович Бертман не просто большой друг Димы Хворостовского, нашего любимого Димы, но еще и наш друг. А сегодня у нас в театре, я считаю, такое историческое событие. Сегодня здесь присутствует наша труппа, я вижу огромное количество наших артистов, которые с ним работали, дружили. Я очень рад, что вот это здесь имя нашего великого баритона останется в памяти поколений. Спасибо. Я, например, помню, что все концерты Дмитрия, где бы они ни проходили, будь это Америка, Лондон, Франция, Россия. Всегда обязательно в перерыве, если он был, мы к нему заходили все в гримерку. Поэтому гримерка – это такое сакральное место. И то, что вот Дмитрий Бертман решил именно гримерку оживить тем, что в ней продолжает жить Дима, это очень-очень приятно. За ошибки прощали, личи смелы. Когда мы вернулись в это здание после реконструкции, то мы сразу придумали, как бы сделать так, чтобы все наши залы, все наши гримерные, все репетиционные залы носили имена наших учителей или коллег, с которыми мы работали, великих людей, увековечить их здесь у нас в театре, вот именно в нашей театральной атмосфере. И у нас есть зоны, куда ходит публика, там есть зал Елены Образцовой, есть зал Кирилла Кременевича Тихона, нашего первого главного дирижера, зал Бориса Александровича Покровского, фойе Зимина, атриум Шаляпин. А в закулисной части, естественно, гримерные актеров, которые работали с нами. И мы никогда не думали, что у нас будет гримерная имени нашего друга Дмитрия Хворостовского. И вот, к несчастью, такое случилось, но мы решили сделать вот такую гримерную, именно ту гримерную, ту артистическую комнату, где Дима гримировался, когда приехал к нам на концерт открытия нашей исторической сцены. То, что говорилось здесь, и Пепко говорил, это все с нами как будто все было рядом. Вся жизнь прошла очень короткая, яркая, моментальная.